Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Нагалина Джулри. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня я хочу вам показать, что мне пришло с сайта AliExpress. Я заказала, видите, тут кабошоны и стеклянные бусины разнообразные. В общем, если вам интересно, присаживайтесь поудобнее, сейчас все покажу. Давайте я начну с кабошонов. Кабошоны, смотрите, мне пришли, как их назвать, в общем, искусственные, да, искусственные кабошоны, но вы посмотрите на цвет. Это, по-моему, 18 на 25, небольшенькие они. Посмотрите, какие красивые. Меня вот этот цвет очень подкупил. Я, как оказалось, очень люблю синий цвет в украшениях, и вот такой глубокий синий, это вот прям мое, обожаю. Ну, красивые. Знаете, их в лоте было 10 штук, и они все хорошенькие. Они ни одного бракованного нету, они гладенькие, ровненькие, красивые. Похоже, вот чем-то эффект, да, на кошачий глаз, наверное. Видите, какие красивые. Такие кабошоны. Я довольна, вот правда, очень довольна. Цена очень демократичная, красивая. Там есть разнообразие размера. Вообще, я в этом магазине беру и кабошоны, да, и другие материалы часто. Очень уж они замечательные. Ну, сами видите, красиво, да? Так, теперь пришли мне, видите, разные красные бусины. Разные, разнообразные. Давайте начну. Вот, смотрите. Пришли мне рондели. Вот такие красные рондели. Они с эффектом... По-моему, они с эффектом АБ немножко. Нет, они просто граненые. Просто граненые. Видите, какие красивые. Такого темно-красного цвета, даже немножко винного. Очень довольна. Это 3 на 4. Красивые рондели. Вот. Ну, к чему тут придраться? Цвет красивый. Рондели сами хорошие, ровненькие. Блестят очень хорошо. Красота. Довольна. Теперь пришло мне стекло. Это просто круглые стеклянные бусины. Вот такого красного цвета. Это 4 миллиметра. Я такие брала 6 миллиметров. И, в общем, ну, я думаю, вы поняли, что я тут хочу что-то сделать из красного цвета. В основном, и хочу, чтобы было разнообразие материалов. Вот такие красивые стеклянные бусины. А еще у этого продавца я брала разные стеклянные бусины. Каждый раз очень красивые. Ровные, красивые, гладкие. Претензий нет никаких. Замечательные тоже. Кругленькие вот стеклянные бусины. Цвет у них такой светло-гранатовый, наверное, вот что-то такое. Винный, вот больше винный. Вот сейчас положу по сравнению с этими, с ронделем. Видите, у них цвет практически один и тот же. Просто рондели граненые, они вот немножко по-другому отливают. А эти, они просто круглые бусинки. И вот смотрятся немного по-другому. Но цвет очень похожий у тех, у тех. Так, теперь и вот эти мои любимые бусины. Видите? Ну, посмотрите. Ребята, ну вот не устаю повторять. Вот красота. Если вы такие бусины еще не брали, возьмите, вот не пожалеете в каком-нибудь цвете. Это просто вот... Как они красиво смотрятся. Они вот настолько красивые, необычные, какие-то богатые. Вот они все хорошие. Вот сколько брала, ну нет брака в них. Они все немножко разные. То есть это 8 бусин 8 миллиметров, стеклянные. И видите, они немножко покрыты вот такой, как бронзовой, что ли, заливкой, да? Ну вот. Но смотрятся они просто великолепно. Вот у них эффект, вот, знаете, такого чего-то, не знаю, интересного, винтажного. Но при этом они очень хорошо комбинируются вот с чем угодно. Я их комбинировала и с жемчугом, по-моему, и с деревом, и с агатом. И сейчас вот вспоминаю. В общем, с чем угодно, правда. И с лавой они хорошо смотрятся. Вот красота. 8 мм. Единственное, что там вот у таких круглых бусин размер только 8 миллиметров. Но еще есть вариант, по-моему, таких плоских бусин.
и такие вытянутые овальчики. Но мне вот нравятся вот эти круглые. Я просто на них каждый раз, вы знаете, покупаю, разглядываю и налюбоваться не могу. Вот. Я довольна, честно. Очень красивый красный. И красный тоже, видите, он похож вот на этот. Тоже такой более темный красный. Не очень яркий, вот красный. Люблю такой. Так, красота. Ну и еще одна покупка. Это из вот этого, опять же, магазина Стрибель. Нравятся мне у них стеклянные бусины. Качество великолепное, цена очень адекватная для их качества, я считаю. Так, и они всегда присылают небольшой подарок. Вот сейчас открою подарок, посмотрим быстро, что там. Вот, их подарки мне нравятся. Это не бестолковые там какой-то метр нитки. Ну, хотя и метр нитки можно использовать. Но у них, видите, они присылают разнообразные бусинки. То есть можно... Их, во-первых, можно куда-то этот микс использовать. Я их просто складываю в отдельный вот пакетик. И когда мне нужна там одна-две бусинки какие-то, я там смотрю. А во-вторых, можно посмотреть реально, как их продукция выглядит вживую. Ну вот, к примеру, вот эти вот овальчики. Видите? Можно поглядеть. Цвет, кстати, красивый. Круглые бусинки. Квадратные тоже. Вот я у них квадраты не брала. Беконусы малышки. Что тут еще? Вот рондели я брала. По-моему, даже вот очень похоже. Какой красивый цвет. Капельки. Капельку вот я такую не брала. Брала другую. Очень красивую тоже, кстати, посмотрите. Так. У них, что интересно, у них вот эти кристаллы, они в основном без покрытия, вот эти бусинки. То есть они без покрытия АБ, но при этом они блестят очень-очень хорошо. Прям, ну, посмотрите, вот этот вот рундель тоже просто прозрачный. Ну, посмотрите, какой он красивый, как он блестит хорошо. То есть просто очень качественное стекло. Ну, в общем, подарки у них вот неплохие. Иногда бывает, ну, сами знаете, придет что-то и думаешь, ну, что с ним делать? А тут хороший. Довольно, молодцы. Вот так надо продавать. Итак, что же я заказала? Заказала я три разных вида бусин. Смотрите, я заказала такие бусинки в цвете, вот они, видите, в цвете, ой, как же, нефрит. Да, нефрит. У меня есть такие вытянутые такие бусинки, и вот его почему-то сложно найти, вот этот цвет нефрита бывает. Я, если что-то вижу, то беру под цвет нефрита. Красивые. Кому нравится такой зеленый, вот, присмотритесь. Они как таблеточки, видите, плоские. Вот эта сторона торцевая получается, граненая. И вот так. Красивые. Я брала такие бусинки, смесь разных цветов. Но очень люблю вот такой зеленый. И вот дырочка насквозь. Хорошие бусинки. Красивые. Мне очень цвет нравится. Такой люблю. Так. Так, теперь взяла я еще вот такой. Смотрите, какой интересный. То ли темно-синий, то ли такой. Ну, что-то, по-моему, называется смоук. Слушайте, брать не буду. Так. Ой. Чтоб видно-то было. Да, по-моему, называется смоук, то есть дым. Посмотрите. Красивые. Они получаются просто темно-серые. Но мне вот, мне кажется, они чуть-чуть, может быть, синевой как-то даже отдают. Вот такие бусинки. Вот. Знаете, давайте их сейчас на пин надену какую-нибудь. Вот они. Вот видите, они очень хорошо блестят. У них огранка очень хорошая. Я довольна тоже. Я люблю бусины темного цвета. Довольна. Так, еще я взяла вот такие яркие. Смотрите. Такие сине-зеленые. Цвета павлиньего пера. Поглядите, какие. Красота. Ну, смотрите, вам они кажутся более синими. На деле они немного более зеленые. Ну, как бы так. Сейчас.
сказать. Так. Может, сейчас я их тоже рондере. Вот такие. Очень красивые тоже. Ну, вот характеристики те же, что у всех остальных бусин. Это красивое прозрачное стекло, хорошая огранка. Тоже очень довольна. Ну, вот. Такие были у меня покупки. Смотрите, какие красивые они. Надеюсь, это видео вам оказалось полезным. Большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. До свидания.